Дорогие друзья, мои артисты, формат у нас, как всегда, три произведения, поскольку нас много. Итак, Наталья Коноплёва-Юматова, встречаем. Магия голоса, магия слова, в муках и таинстве, преображение, в творческом акте рождаемся снова, семя любви и огонь вдохновения, новые качества зрения и слуха, диапазоны новой палитры, преобразуясь магией духа по камертону в гармонии слиты. Кстати говоря, это стихотворение особенное. Если его вслух читать, оно как мантра действует. Вытаскивай, пользуюсь. Зима, как черно-белое кино, захочется чего-нибудь цветного. Пусть желтый лист или твой шарф лиловый, алкающему цвета все равно. Вот так же и в речах заведено, преодолев привычные оковы, найти иной аспект и ракурс новый, и выглянуть в закрытое окно. Зима, как черно-белое кино, набросок карандашный, в полшестого еще не вечер, но и день под кровом, на небесах за шторами темно. Я летаю, но это, конечно, секрет. Все равно не смогу доказать это людям. Кто поверит, тот сам из летящих на свет. Остальные как будто бы судьи. И чего б ни касалось, всегда это так. Кто творит, кто пытается выяснить правду. Общий принцип, чтоб смог он взлететь, как Икар, и не падал бы, гордый и бравый. Пусть пытается, это полезно ему, как полезно любое дерзанье. В общем мире живем, даже по одному. Каждый вносит свое в мироздание. Спасибо.